Ваше имя Сергей. А, подожди, мы же бабскую создаем, блин. Да. Ну, я думаю, то, что баба есть с именем Сергей. Теперь будет, блин. Ну, это будет очень подозрительно. Давай какое-нибудь нормальное такое имя. Ну, такое, чтобы, знаешь, созвучное. Зульхия. Да не надо Зульхия, блин. Давай какой-нибудь, ну, вот такой вот. Тебе не нравится, Василий? Ну, давай тогда вот так вот. Нет. Мне нравится. Алина. Создать аккаунт. А, нам фотки нужны, слышишь? Да-да-да, найди какие-нибудь фоточки, блядь. Добавление картинок. Ну, давай. Какую-нибудь такую, блядь. Ну, знаешь, шмару. Василий, Сашу Грей не ищи, я уже знаю, куда ты полез, блядь. Я тебе, короче, сейчас варианты поднакидал, типа, в Discord. Надо будет выбрать из них самую лучшую. Нормально? Блин, подожди, я продублировал. Пиздец, Василий. На, хрченица. Я посмотрю. Это точно девка, Василий, блядь. Ну, мне кажется, что там на вкус тигрица. О, блядь, плюс 100-500 начало. Надо какую-нибудь нормальную вульву, блядь, чтобы нам захотели писать, блядь. Сейчас я тебе скину, и ты, главное, не кончи. Блядь. Мне кажется, идеальный вариант. Наташа, блядь, Василий. Тут не то, чтобы нам писать никто не будет. Даже если мы напишем, там типы нахуй удалят аккаунт в баду, блядь, чтобы такая хуйня больше не писала, блядь. Я говорю то, что вот это, мне кажется, просто идеальнейший вариант. Добавь-то должность. Бухгалтер. Не-не-не, надо нормальную. Менеджер. Компания. Рынок. Арифлейм. Центральный рынок. Образование. Семь классов. Потом тюрьма, можно писать. Детский сад. Да нет. На улице. Что это? Питарасы. В общем, у нас не получилось зайти на Баду, и, соответственно, мы поэтому перешли на Тиндер. Ну, что за приколы, блядь? Знакомиться зашел, нелогические задачи решать, блядь. Тест на IQ. Нет. Чуткий пацан, лайк. Ой, блядь. Супермен. Лайк. Что там за это, блядь? Божественные создания, отъебись, нет, тоже нет. Нет, по-любому ты нет нажал, потому что увидел, что он 10 километров от тебя. Блядь, ты в горах живешь, я к тебе не поеду, блядь. Василий, бутерброд, который всегда падает маслом вверх. Он оттуда спрыгни, проверим, блядь. Привет. Чё ему такого пиздануть, блядь? Пусть он пишет, в смысле, ты не должен писать, ты женщина. Нормально? Настроение рычит, блядь. Чё? Напиши, ты лев? Ты лев? Или собака? Расходу Ислам мне пишет привет. О, нормальные пацаны. Как мне убрать его ебало от меня, блядь, не пойму, блядь, ничего не происходит. Да уж, блядь, обновлю страницу. Чё это, блядь? Ты от меня отъебёшься или нет, блядь? Как ему соединиться с меня, кальян, с тебя вино? Отлично. Можете ещё ульву вывалить. Не, Василий, не надо, это палево. Я загнался петушаром.
Да ты что здесь делаешь? Кого ищешь, блядь? Мальчика, блядь. Получается мур. Получается мур. А хули? Тебе нравится делать мне сейчас? Да, а тебе? Пришли мне фото. Сейчас скину сайт. Там можно фотки кидать. Ну, слушай, если найди по какой-нибудь полосатой вульвы, пиздец. Пиздец. Бля, мне за такие запросы, нахуй, как Билайн интернет отключит. Подожди, подожди, я пока это смотреть не буду. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Подожди, блядь. Да, блядь. Я тебе говорю, посмотри. Не, ну это что-то поприличнее все равно, но это прям жестко вообще. Ну как-нибудь скинем. Что мы будем делать, что угодно, что ты хочешь, что угодно. Хочу писать на 3. Под спайсом напиши. Под спайсом. И сейчас вообще его загоним в угол себе. Ну сейчас напишет, я тут хочу. Что угодно.